Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение 86 на странице 40 рабочей тетради по русскому языку для 3 класса автора Канакиной. Прочитайте. А я падеж предложный, со мной случай сложный. Мне без предлогов свет не мил. О ком, о чем я говорил? Ах да, нужны предлоги, без них мне нет дороги. Пусть будет «в» и «о» и «при». Ты их случайно не сотри. Тогда смогу я рассказать, о чем мечтать и в чем гулять. Соболева. Подчеркните слова, называющие признаки имен существительных в предложенном падеже. Падеж предложный. Мне без предлогов свет не мил. Эта строчка говорит о том, что существительное этого падежа употребляется только с предлогами. О ком? О чем? Это падежные вопросы. Нужны предлоги. Пусть будет «в», и «о», и «при». И опять падежные вопросы «о чем» и «в чем». Впишите в сигнальную карточку вопросы, на которые отвечают имена существительные в предложенном падеже. Предложенный падеж. Говорю «о ком» или «о чем». Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.